Всем привет, дорогие друзья, с вами я, Артуэн. И да, вы все меня знаете, ну, если вы меня видите первый раз, то, пожалуйста, подпишитесь на этот канал и поставьте лайк, ведь 1000 подписчиков, они уже не за горами, нас уже 900. Осталось вообще вот немного, так что подписывайтесь, ставьте лайки. Но сегодня не об этом. Я хочу сказать то, что я возьму немного отпуск до лета. Ну, даже немножко больше, чем лето. Но это мы посмотрим. Ну, потому что я... Нет, я не устал. Потому что нет просто идей. Надо искать крутые идеи. Ну, короче, идеи надо искать. И фильмы я сейчас не могу снимать, потому что... У меня очень мало сейчас устройств, у меня только оператор есть, и я сам. Ну, в общем, фильмы у меня сейчас не получается снять, я не могу их снять. В общем, я хочу сказать, что я беру небольшой отпуск, я ухожу не навсегда, в общем, до начала лета. Как раз у меня 8 июля день рождения, я что-нибудь такое вот крутое сниму, но пока что я беру отпуск. Но я останусь в своем телеграм-канале. Вот, пожалуйста, вот подпишитесь на мой телеграм-канал. Там очень много чего интересного. Вы участвуете там в роликах, всегда узнаете, какой вот выйдет ролик. Вы даже там участвуете в роликах. Там сходки я провожу. Конечно, не супер часто, но все равно очень часто это. Там есть даже вот мое лицо. Вот. Вы всегда будете знать, какой вы. В общем, ролик выходить, будете участвовать. Есть, короче, плюсы. В общем, вот так. Я не буду уходить из своего телеграм-канала. Там немножко о моей жизни. Там, ну, в общем, вот так вот. Все. Хочу сказать, что подписывайтесь на телеграм-канал. Ссылка будет в описании. И также вот в закрепленном комментарии. В общем, вот так. Ну что ж, давайте, ребята, встретимся в моем телеграм-канале. С ютуба я пока что ухожу, в общем. Ну что ж, всем пока.